вітати вас на першому Inspired Meeting. Я думаю, всі, хто зараз тут, знає, чому ми сьогодні тут зібралися. Прочитав коротке інтро про Аню, яка об'їздила півсвіту і вижила, і ось вона перед нами. Але для початку я би хотів розказати про те, як я з нею взагалі познайомився. Це було дуже, дуже випадкова зустріч. Я був в Києві по справам, і я знав іншу дівчину, яка також брала участь в цьому проєкті, Марусю. Маруся зараз в Сан-Франциско. І я потрапив саме в Київ в той день, коли друзі Ані і Марусі проводжали їх у навколосвітнім подорож. І так ми злибились, і за пляшкою хорошого чилійського, здається, вина ми вирішили, що було б круто, якщо дівчата будуть описувати всі свої подорожі у нас на сайті. Власне, так ми познайомились. І зимою, вже коли дівчата були десь посеред Азії, не знаю точно де сам, хоча інколи намагався подивитись, де вони на Форсквері, чи вони ще живі, чи вони ще чекіняться. І вони почали писати, власне, свої історії. Сьогодні Аня розкаже нам про те, який шлях вона подолала, чому це зовсім не страшно. І, власне, навіть мені буде цікаво це почути, тому що, незважаючи на те, що я прочитав всі їхні матеріали, мені все одно, напевно, не вистачило би терпіння і сміливості відправитись в таку подорож, яку відправились ці дві тендітні українські дівчинки. В першу чергу хочу подякувати комуні, яка приютіла нас тут. Це наразі перша така зустріч, але не за горами друга і третя, тому уважно стежте за нашими анонсами. Я думаю, ми поспілкуємося тут ще з дуже цікавими людьми. Також я хочу ще подякувати нашому партнеру, це сервіс Momondo, який дозволяє дешево шукати авіаперельот. І надаємо слово Ані. Ребят, вот тут есть места, вот если так вот. И там есть места, и это классный повод всем посидеть рядом, может познакомиться, найти свою любовь. Вот. Спасибо большое, что собрались. Это сейчас уже, наверное, моя пятая лекция. Я в какой-то момент подумала, что я сама себе начинаю напоминать Пугачеву, которая вот просто с гастролями катается. Поэтому сегодня я хочу попробовать отойти от привычного формата и рассказать не свою историю, а попробовать сделать какую-то нашу общую свою историю. Обычно я всегда начинала с такой для меня очень печальной статистики о том, сколько людей в Украине выезжает за рубеж, а сколько так навсегда и остается, ну, то есть только в одной стране, никакой больше не видя. Поэтому я хотела посмотреть, какая у нас статистика сегодня в этом зале. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто был хоть раз за рубежом. Вау! То есть у меня от этого сразу взрывается мозг, потому что, ну, то, что я видела до того, это было очень так. Лоу, низкий уровень. Но здесь Львов, конечно, рядом граница, это хорошо. А кто-то, кто не был? Есть такой человек? Есть несколько. Вот кто-нибудь из вас, кто сейчас поднял руку, назовите страну, в которую вы бы мечтали поехать. Кто-то, кто поднял, что не был? Индия, Грузия. Индия. Ну, Индия. Давайте начнем с Индии. Вот. Как тебя зовут? Христа. Вот мы сегодня с Христой попробуем ответить на вопрос, почему кто-то вот мечтает поехать, например, в Индию или в Китай, может даже, и не едет. И как сделать так, чтобы поехать? Вот у нас есть Христя. Христя хочет, ну давайте, Индия, Китай, гулять так гулять. Еще можно на Непал зайти. Что надо Христе, чтобы поехать? Сперва в Индию, потом в Китай, или наоборот, сперва в Китай, потом в Индию. Потому что, ну, я на месте Христе их объединила сразу. Почему? Потому что, во-первых, они близко, во-вторых, так будет дешевле. Но тут надо уже думать, есть ли достаточно времени. То есть первое, от чего мы всегда прыгаем, это время. В
Если говорить обо мне и о Марусе, о истоках нашей идеи поехать в кругосветку, то я мечтала, там, лет с пяти, наверное, мечтала, очень сильно хотела, и никогда у меня времени не было. То есть сперва я жила в школе, потом она тут же плавно я вылетела, поступила в университет, в университете еще параллельно работала, и всегда, когда я ездила максимум на месяц. Дольше, чем на месяц, я никогда нигде не была. И мне казалось, что чтобы поехать в кругосветку, нужно 10 лет, миллион долларов, и вот у меня этого нет, никогда не будет. А потом я разговаривала со своим близким товарищем, он моряк, и он сказал: «Аня, я отправляюсь в кругосветное плавание». У меня такое лицо волосочка. «Я тоже хочу». Ну вот именно так. Он говорит: «А почему нет?» И вот это самый, наверное, важный вопрос, который мы себе должны задавать. Почему нет? Вот если вы не можете ответить на этот вопрос очень эмоционально, почему нет? Значит, да, значит, надо ехать. То есть вот и именно этот один вопрос стал таким мощнейшим толчком мне под задницу, который заставил понять, что все-таки да. Поэтому первое, подумайте о своем времени. Если у вас нет достаточно времени, ну, возможно, стоит что-то там изменить. Если вы учитесь в университете, это прекрасный повод податься там на программу международную. Если вы работаете, вас не устраивает ваша работа, то в мире еще миллион работ. Ну, допустим, время есть. Второе, что надо, это, конечно, деньги. Вот. Мы объехали 14 стран вот так вот вокруг шарика за 4 с копейками тысячи долларов. То есть в первую очередь, мне кажется, мы сделали это потому, что я еще там давно вот что-то наподобие этой схемы себе нарисовала, и каждому пункту этой схемы я ставила вопрос: как я могу получить это бесплатно? Потому что денег у меня не было, и я понимала, что я не смогу за короткий срок заработать там 10-20 тысяч долларов. Поэтому я, по сути, разложила все составляющие любого путешествия, потому что эта схема, она, в принципе, она универсальна. Она подойдет к любой стране, к любому городу. Я разложила по тратам, куда в основном уходят деньги, и задала к каждому этому пункту вопрос: могу ли я получить это бесплатно, и если могу, то как? Так вот, вы удивитесь, но вот то, что входит трату денег, ну давайте по порядку. Это виза. Виза в Китае, допустим, будет стоить 100 долларов, в Индию, ну, раньше стоила 40, по-моему, столько же сейчас стоит. То есть 140 долларов, от которых, хотя если она будет ее получать в Киеве 100, да, Китай, а допустим, где-нибудь там в Казахстане 60. То есть тут тоже можно подумать, как сэкономить на той же самой визе, и опять-таки из личного опыта. Меня часто задают этот вопрос: а как вы делали визы, а это же, наверное, так сложно. На самом деле ничего подобного. Мне единственный раз в моей жизни отказывали, это была Австралия, и сугубо, вот это 100% я была виновата. А так, в основном, все визы, они получаются гораздо проще, чем мы о том привыкли думать, при том, что совсем интересно, за рубежом получить визу в 5 раз проще, чем получить ее в Украине. Потому что, в основном, если вы будете получать визу в посольстве соседней страны, это, как правило, вы вот так вот пришли, вот так вот с ноги дверь открыли, вы белый КВО, то есть белый мистер, сразу даете паспорт, даете фотографию, даете там доллары, сколько надо, и все, и вам на следующий день отдают паспорт с визой. А в Киеве нет, это вы идете в посольство, приносите справку с работы, с учебы, счет в банке, авиабилеты. То есть, на самом деле, даже в Киеве получать визу, в принципе, просто, это обычная бюрократическая процедура. И как любая бюрократическая процедура, она требует, ну, чтобы вы соблюдали устав, да, чтобы у вас были некие документы. Когда вы это делаете за рубежом, как правило, это страны, ну, не то что ниже экономическим уровнем, но там уже отношения почему-то всегда проще. Почему-то именно иностранцу за рубежом получить визу легче. Но есть некоторые исключения, вроде, ну, как Япония, например, которая не разрешает получать свою визу в третьей стране. То есть визу Японии вы можете получить только в Украине. Вот мы на этом очень жестоко погорели. Поэтому перед поездкой лучше, конечно, всегда проверить, дает визы государство или не дает. Как правило, дает. Вот. Поэтому, допустим, у Христи нарисовалась цена 140 долларов. И от этого отвертеться, конечно, очень сложно, потому что в основном, если виза стоит 100 долларов, то вы заплатите 100 долларов. Есть исключения, там, например, в Шенгене, когда вы как студент можете получить бесплатно. Есть исключения, если там вас куда-то приглашают на какую-то конференцию, но в основном вот именно от этой цены вы никуда не денетесь. И когда я рассчитывала бюджет, предполагаю, то у меня четко шло вот сумма на визы, и сколько я посчитала, столько мы отдали. Второе, на что потратится Христа, это транспорт. Вот.
Ну, это чаще всего это самолет, но тут вы вот, вот это первый пункт, к которому мы тут же ставим вопрос, а как получить бесплатно? Эти страны, Индия, Китай, к ним можно доехать по земле, не обязательно лететь. И самое смешное, до Китая в быстром, хорошем темпе можно доехать дней за 10. Мы доехали за 2 недели, при том, что мы еще останавливались в городах, смотрели на страны. То есть не так уж и много. Не надо ехать год, там, как Васко де Гама, искать шелковый путь. Но тут мы получаем некую зависимость, да, время, деньги. То есть или у вас много денег, и тогда неважно, сколько у вас времени, вы купили себе билет на самолет, полетели в любую точку мира. Или у вас мало денег, но зато есть много времени. И тогда вы почти куда угодно можете добраться бесплатно автостопом. Не, даже вот у нас было, что мы 2 раза попадали бесплатно на корабль. Один раз мы бесплатно попадали на самолет. То есть на самолет попасть очень сложно, сразу скажу, но тем не менее до сих пор это возможно. То есть вплоть до того, что действительно, потратив очень много времени, сил и нервов, можно облететь вокруг земного шара и не потратить ни копейки или отплыть. Но это затрагивает время. То есть подумайте, сколько у вас есть времени, если вы, готовы ли вы ехать автостопом. И тут мы приходим к тому, что Кристине нужна компания. Если она не жесткий интроверт. Вот я не жесткий, я не могу. Вот я экстраверт, мне нужен кто-то, кто был бы под боком, с кем можно поговорить. Поэтому это, конечно, пункт такой, он очень опциональный, но если с вами идет кто-то, если вы не один, то ваши траты в среднем падают минус 20-30%. Иногда больше. Но вот это вот в среднем 100%. Вы начинаете экономить на жилье, если вы живете, а вы начинаете экономить на еде, потому что вы вдвоем покупаете. Часто вы экономите на транспорте, если вам все-таки уже вас никто не берет, но вы можете взять какой-нибудь тук-тук и заплатить там. Так вы бы $1 заплатили, а так вы на $3 заплатите. То есть компания, которая с вами, если поедет, она сильно удешевляет ваш бюджет. Опять же таки, если с вами едет кто-то, спокойнее ехать автостопом, если вы этого никогда не делали. Мне часто говорят, как вы не боитесь ездить автостопом, вы хрупкие девушки, там, вас обязательно убьют, зарежут, изнасилуют. На самом деле, вот лично, как бы по моему ощущению, автостоп это один из самых вообще безопасных видов передвижения. То есть это однозначно безопаснее, чем, например, ехать на скутере или ехать на мотоцикле. Потому что очень многие мечтают поехать в ЮВА, взять себе там на прокат скутер, мотоцикл и там поехать. Так вот, автостоп безопаснее. И этой статистики ее почти никогда нет в открытом доступе, поэтому можно только угадывать, сколько людей гибнет. Недавно погиб, я не знаю, может, это знают, Рома Китаева. Вот. И просто такая простая статистика по Вьетнаму. 92 миллиона населения во Вьетнаме. Каждый третий имеет скутер. Каждый второй на этом скутере ездит, ездит без шлема. И у них особым лихачеством считается там заломить какой-нибудь вираж на этом скутере. То есть даже если вы сами хорошо ездите, вокруг вас будет куча толпа малолетних идиотов на этих скутерах, которые могут вас сбить. И, ну, то есть вот это опасно, действительно опасно. Автостоп гораздо менее опасен. С нами произошел один плохой случай в Малайзии, когда на нас попытались напасть. Как ни странно, это вот такие вот были индусы, которые весили, наверное, килограмм по 50. У них ничего не получилось. И тут мы приходим ко второму моменту, вот вообще, что такое страх. Потому что если спросить, что человека, ну, останавливает путешествие, очень многие сразу говорят, вот мы боимся. Вот боимся, что нас ограбят, боимся, что нас изнасилуют, боимся, что мы заболеем. Боимся, что там, я не знаю, аллигатор заболел. Вот, я по своему личному опыту из этой же кругосветки могу сказать, что у нас было штук 5-6 ситуаций, ну, таких очень опасных. Все эти ситуации были вот целиком полностью из-за нас, из-за нашей головы дурной. В основном они были связаны с морем, потому что мы очень любили плавать, мы постоянно устраивали какие-то заплывы, были на 2-3 километра. Один раз переплывали между островами, хотели $5 сэкономить. Вот это я свою жизнь $5 оценила, чтобы вы себя понимали. Что мы плыли от одного острова к другому, и вода выглядела очень спокойно, как озеро. А оказалось, что ровно посередине между островами подводные течения, сильнейшие. И меня вот так долго, и понесло в открытое море. И тут интересно, что ты когда, ну, по телеку это все видел, тебе кажется, все начинают орать там, да ну, спасите, помогите, и тут же все к тебе бегут спасать тебя.
А на самом деле ничего подобного. Я начала точно так же орать, help me. Никто вообще не слышит, никто тебя не видит. И вот это самое страшное, потому что ты такой, опс, и ты один, ну, в море, и что делать вообще непонятно. И я тут же поняла, что у тебя первое, что тебя топит, это паника. И так во всем. То есть всегда, когда ты во что-то влетаешь, тебя губит паника. А если ты не паникуешь, то как бы у тебя очень быстро начинает в кровь выделяться там адреналин, кортизол, у тебя сразу суперспособности, мышление, как у Эйнштейна. И ты находишь в принципе решение, потому что мое решение я вот просто так молча уже не тратя силы вот так вот делала. И меня минут через 5-10 меня заметил катамаран. И меня приплыли спасать два немца, белые просто от паники, такие вот с такими руками, они меня вытянули. Я говорю, а что? Я говорю, должна вроде больше, чем вы бояться. Они мне говорят, ну тут акулы плавают, поэтому вы думали, мне откусят лететь ногу. Вот. И таких историй вот на Филиппинах то же самое. Это же такая, никто не купается, ни один человек. Но мы уже поняли, что вообще никто нигде не купается. Нам это было странно, почему никто не плавает. Я такая, ну ладно, поплыву. Я такая плыву, отплываю метров на 400-500 от берега, так переворачиваюсь на спину, думаю, полежу. Я вот только вот так вот делаю, я чувствую, вот меня просто так, меня кто-то начинает гладить по спине. Я так вот так вот смотрю, а там вот, вот такой зонт. Вот самая большая в моей жизни, это медуза. Вот такая вот. Я так над водой, как Иисус Христос только, да? И начинаю, ну, то есть я так быстро в своей жизни еще не гребла, и выгребала, не, но это не смешно, я выгребала уже на одной руке, на одной ноге, потому что вот там, где она меня дотронулась, у меня вот так вот весь бок был ярко-фиолетовый, а там, ну, они начинают тебя парализовывать, и очень там бывают неприятные эти медузы, то есть это еще один вариант. Потом, когда мы полезли, значит, в Бангкоке, в тайный этот притон какой-то подзаборный, где никакие туристы туда, понятное дело, не заходят, тайцы боятся заходить, там какие-то 80 уровень БДСМа. Мы такие сидим, говорим, Маруся, снимай, 1 000 000 просмотров на Ютубе, а нельзя. Ну, то есть, и нас дико побили, это была первая драка в моей жизни, потому что я как нормальная девочка, я никогда не дралась, а тут сразу у меня такой... Надо было делать из Федора Емельяненко, потому что 20 голых баб с ногтями, со шпильками, вот так вот из тебя все выдирают, из головы. То есть, ну представьте, да, тебя бьют 20 женщин голых, очень злых, которые не хотят вообще тебя выпускать из этого. И ты должен моментально научиться драться, как-то защищаться, блоки ставить. Я внезапно, я вспомнила все бои Кличко, которые я видела. Все какие-то секретные техники, там, нео, теперь ты знаешь кунг-фу, вот моментально. И потом, кстати, это смешно звучит, но если бы нас тогда не побили в Бангкоке, возможно, нас бы изнасиловали в Малайзии. Потому что, когда на нас налетели эти три индуса, ну ты девочка, да, тебя внезапно хотят изнасиловать. Ну у тебя первая такая, заплакать, пустить слезу, ты вспоминаешь там женскую долю. А они всегда на это и рассчитывают. А мы такую школу прошли в Бангкоке, что там сразу полетели. То есть индусы были в шоке от того, как мы их начали бить. И они такие, воу-воу-воу, полегче цыпочки, типа, все, мы ничего не хотели и подарили, значит, а у Маруси бицепс такой, что просто вот она убивает с одного хука. И они ей, значит, просто, а она еще и блондинка, то есть это все, это взрыв индусского мозга, они на память подарили кастет, которым нам угрожали, то есть нам сперва пытались вот так вот горло кастет представлять, а потом такие, типа, сувенир такой, как магнит на холодильник, да. И с ним же нас, идиоток, повязали в Сингапуре. Ну, потому что это догадаться. Мы проходим границу, Маруся вот так только идет через рамку, а я впереди. Я так прохожу, думаю, в Сингапуре, и только на Маруся, типа, я так в пол сразу охрана мордой вниз, да? И нас еще могли с этим кастетом взять. То есть, и у меня таких историй, когда, ну, откровенно, ну мы были идиоты, ну, вот я сейчас так по ходу вспоминаю. То есть, это было чисто, исключительно, стопроцентно, вот по нашей вине. То есть не то, что там мир такой прям агрессивный. Вот этот страх, то есть тебе, у тебя не то, что страх, у тебя шок, потом у тебя быстро-быстро начинают действовать мозги, потом ты из этого как-то выбираешься, и только потом наступает страх, когда ты уже сидишь где-нибудь на лавке, такой, елки-палки, что это было вообще? Вот. Но это страх такой, он, как для меня это первый уровень. Второй уровень это когда вы сидите дома, никуда еще не поехали, но у вас в голове уже все. Уже вас где-то там едят, уже где-то что-то взрывается, там, террористы. У меня за время моих путешествий несколько раз было, что вот мы были в Катманду, мы уехали из Катманду, на следующий же день в том же районе взорвалась бомба.
Мы были в Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, это Мексика. Вот мы приехали, город идеальный, вот цветные домики, пряничные, люди, все. Вот так. Но только мы уезжаем из этого Сан-Кристобаля, мне друзья скидывают ссылки, такие, о-о-о, посмотри, что творится. И я смотрю, а там вот 2 или 3 дня прошло, а там народный какой-то бунт, восстание, идут колонны людей, всех там бьют. То есть у меня было вот так просто, что мы уходили вообще не подозревая о том, что что-то может произойти и ничего не случалось. Вот. Но когда ты сидишь и ты еще ничего не видишь, и ты начинаешь себе фантазировать о каких-то страхах, которых вообще, возможно, в природе и даже не существует, то часто ты ничего не делаешь, тебя этот страх как бы замораживает, парализует, ты никуда не едешь, и вот это как бы второй уровень. Потому что это ужасно, на самом деле. Я очень многого боялась, и мы думали с Марусей, вот что может случиться страшного с нами. И мы там насчитали 100 версий, каких-сяких, пятых-десятых, как-то мы от этого всего перестраховывались. А в итоге мы поехали, мы выехали 14 октября, ну, на Покровах. И вот спустя 1.5 месяца начался Майдан, который мы, ну, вообще никак не могли. Ну как, то есть мы думали, что может случиться что-то там, но никто не думал, что может случиться в Украине. И потом мы ехали там дальше, и я просто сидела, бледнела, потому что я прекрасно понимала, кто из моих друзей стоит в Киеве, что у меня там брат кидает брусчатку, что, ну, то есть я просто вот... И я на всю жизнь запомнила ситуацию, когда мы были в Индонезии, была жара +35. А мы из-за того, что мы жили в комбинезонах своих, нам постоянно все орали. То есть, hello, how are you, where are you from, там еще что-то. То есть к нам постоянно шли знакомиться, и тут мне мужик орёт, что опять там, where are you from, и я ему говорю, from Ukraine, а он, вот это его where are you from, это все, что он знал. И он мне просто начинает вот так вот молча показывать выстрелы. И я стою, то есть 35 градусов, и я понимаю, что вот все, я обледенела. Я говорю, быстро ищем интернет. И мы зашли в интернет-кафе, и это оказалось как раз те дни, когда в Киеве вот убили сотни. И я чувствую, что все просто гайки. И я говорю, сейчас надо посмотреть списки погибших. Я открываю списки погибших и, ну, нахожу там знакомые названия. Поэтому это действительно страх, когда ты вообще не можешь представить, что с тобой случится, и оно случается вообще не там, где ты этого ожидал, или когда бы не мог подумать. Поэтому вот такой кошмар. Вот. Но если двигаться дальше, если не бояться автостопа, то вот этот пункт у вас обнуляется. Если бояться автостопа, то есть еще 100 версий. Вы можете поехать как волонтер. Да? Вы можете поехать по обмену. Вы можете поехать на стажировку. На какую-нибудь хитрую работу. То есть, в принципе, транспорт – это то, что съедает больше всего, потому что, допустим, из наших вот этих 4000, 1500 улетело на перелет через Тихий океан. И мы понимали, что мы от него не отвертимся, потому что переплывать это 2 месяца. 2 месяца, и непонятно вообще, как ты переплывешь его, поэтому мы летели. Но вообще, если долго готовиться и хорошо все думать, то транспорт у вас будет в ноль. И опять же таки, когда мы ехали автостопом, нам постоянно почему-то водители дарили деньги, они на нас смотрели, такие, ух вы, бедняжки, дайте вам на пирожок. И таким макаром на пирожок нам надарили $500. Not bad. Вот. Дальше, что уходит, это, конечно же, жилье. И тут включается наша компания, потому что, во-первых, если вы все-таки хотите жить по хостелам или там снимать номера в отелях, это сразу удешевляет в 2-3 раза ваше жилье. А, во-вторых, конечно же, опять задаем вопрос, как жить бесплатно? Ну, первое там, да, Couchsurf, HelpX, друзья, то есть вы начинаете, вы смотрите, я еду там в Пекин. И сразу так открывайте свой контакт, в Facebook кидаете утку, там кто живет в Пекине из друзей, ваша компания то же самое делает. И я вас уверяю, что через неделю вы по-любому там друзья друзей кого-нибудь вам найдут в этом Пекине, кто вас и поселит, и поводит, и так далее. А мы очень часто, каучсерфинг, он работает далеко не везде, то есть если вы приезжаете в какую-нибудь богом забытую деревню, понятно, что там не то, что каучсерфинга, там интернета нет. Вот. И мы просто банально, у нас было письмо на все случаи жизни, я это называю, очень работает в Китае, очень всем советую, Кристина, запомни мои слова. Пишите себе письмо. Я, Кристина, из Львова, прекрасная студентка, всю жизнь мечтала попасть в Китай,
мечта выучить иероглифы какие-нибудь, там, вашу культуру. Вот это вот вы пишете на бумажке, просите кого-нибудь, то есть сами не переводите ни в коем случае, чтобы так, такого там наломать, перевести на китайский, например, или там на хинди, или на санскрит, или еще на что-нибудь. Вам это все переводят, вы это ламинируете, если, ну, или скотчем вот так вот, домашнее ламинирование такое. Вот, и вот эта вот бумажка, это у нас был как мультипаспорт, который нам открывал просто вот все двери. Мы в Китае с ним были вот как вот так вот. Лилу Даллас мультипаспорт назвал. То есть мы бесплатно ехали по нему. Нас бесплатно по этой бумажке в отеле селили. Мы по ней бесплатно проходили в музее от Шаолиня и до вот этой Таракотовой армии. То есть что мы только по ней не делали. На рынок пришел, бумажку показал. Это же вот с яблока какое-нибудь дают. Кстати, что очень интересно, в Китае у них огромная культура пробования, то есть они все пробуют. То есть ты приходишь, вот эта вот прыткая китайская рука, только так, цап что-нибудь. Из-за этого у них был дикий там дипломатический скандал со Францией, потому что когда приезжают китайцы во Францию, приходят какую-нибудь буланжерию такую, только так, к сырам, и французы в обморок падают. Но этим, ну то есть если ты об этом знаешь, этим можно великолепно пользоваться, потому что ты приходишь в супермаркет, как в ресторан, покушать бесплатно. То есть что мы только... Причем это абсолютно легально, законно, это не то, что мы там плохие, нет. Ты пришел в супермаркет и идешь и пробуешь. Там сыры попробовал, хамон попробовал, мясо кого-нибудь попробовал, фрукты попробовал, конфету открыл, попробовал, все можно. Тем более ты белый, тебе еще просто так дают. И мы реально, мы ходили, мы так ели великолепно. Вот, то есть если мы говорим о еде, на нее тоже ваши траты пойдут. То есть миллион способов поесть бесплатно. Ну вот это я один из ста многих рассказала. Если вы едете автостопом, автостоп это то, что, конечно, вообще очень-очень-очень сильно удешевляет вашу поездку. Очень часто вас угощают чем-нибудь, потому что вы тощие, на вас больно смотреть. Очень часто ты сам по себе, это такое явление невероятное в другой стране, что тебя все зовут пообедать. То есть у нас был случай, когда за нас деревня просто передралась, у кого мы там ночуем, у кого что. Значит, Маруся, как блондинка, она вообще могла там, я не знаю, сниматься в кино, быть звездой Болливуда. Потому что там в Турфане мальчик ее увидел, подошел к мальчику 15 лет, он говорит, можно волосы потрогать? Ты первая блондинка в моей жизни. Вот для нас это немыслимо быть там, я не знаю, в 15 лет для кого-то первой блондинкой, но это факт. И первое, что вас отличает, это цвет кожи, это вот европеоидный тип лица, это цвет волос, цвет глаз. И на этом во всех вот южных странах все, вы богиня или вы бог, вы невероятной красоты, человек, спустившийся с небес, они все помешаны, ну, то есть на европейской красоте. То есть, если вы хотите купить какое-то средство для лица, все будет с отбеливанием. Невозможно найти ничего, что было бы без отбеливания. Вот, и поэтому постоянно мы находили какие-то работы. То есть, о чем мы думаем еще, если мы идем надолго, да, это подработка. Вот у нас таких подработок было разных штук 10. Ну, первое, с чего я начала, вот мы никогда о себе с Марусей не думали, как о каких-то там несусветных красавицах, наоборот. То есть у каждой было 10 комплексов каких-то неполноценностей. И оказалось внезапно, что везде вне пределов там Украины, России, еще чего-то, мы просто вот богини. И нас брали моментально на любые работы, связанные там, ну там, фотомодель, просто модель там. Постоять на презентации, вот красиво сделать, там, салама царе сказать. В Индонезии нас вот взяли на такую работу, было огромное автошоу, и нас пригласили, надо было надеть футболочки и сказать вот так вот, Исузу, салама царе, салама датанг, вот все, вот это то, что мы делали, и потом нас внезапно, значит, только мы начали делать Исузу, огромная просто фото, автовыставка, остались такие там Бентли, Шментли, Исузу это. К нам сбегаются все репортеры, вокруг нас вот такая вот толчия. И что-то они, значит, шепчутся, подходит мужик, говорит, у нас к вам, типа, просьба национального масштаба. Я говорю, а какая? Я говорю, помойте машину на камеру. Я говорю, когда вы в этом видео это продавать будете? Значит, в итоге мы это, как это называется, эротически мыли машину. Ну, то есть тебя поливают шлангом воды, и ты так томно протираешь вот так лобовое стекло. Это первый раз я в своей жизни такое делала. Но нас за это на 3 дня поселили в отель.
Нам дали джип с личным водителем. Нас вот так просто катали по всему острову, рестораны, музеи, нас водили в Боробудур. Это самый большой буддийский храм, который вот 20 баксов стоит билет, нас бесплатно провели, потому что мы местные, значит, богини Исузу. Вот. И таких работ, на самом деле, то есть вот Маруся сейчас в Калифорнии умудряется процветать как модель, хотя уж казалось бы, Калифорния, там должна быть конкуренция, там светлых девок тоже навалом. Не, ничего подобного, то есть тоже вперед, легко из песни зарабатывает в 10 раз больше, чем если бы она была инженер. Вот, поэтому, но когда вы едете и вы надеетесь на фриланс, вот это вот вообще не прокатывает. Потому что с интернетом такая беда, что я помню на Филиппинах, я просто медленно сходила с ума. И не то, что интернета нет, электричество 2 часа в сутки, все. 2 часа в сутки тебе включается лампочка какая-то такая, вот и выключается. И если вы мечтали там писать тексты, продавать их, еще что-то делать. Потому что я вот тексты продавала, сидела в Штатах. Но в Штатах у меня уже был Wi-Fi, все было чисто, хорошо. А так по миру ты едешь, ужасный просто чудовищный интернет. И на тех же Филиппинах я подбила хозяйку бунгало, говорю, я умираю просто. Говорю, мне надо, ну хоть чуть-чуть. Она говорит, ну ладно, у моей там кузины в соседней деревне есть модем. Пошли, пошли, ночь. Как говорит Задорнов, смеркалась, мы идем, она берет вот такую вот палку бамбуковую. Я говорю, нахрена нам палка? Мужиков отгоняет? Говорит, не, питонов. И там, да, и мы идем, значит, по этим джунглям, и она вот так вот ночь, я вот так фонариком свечу. В джунглях вот все чавкает, все шевелится, кого-то в кустах доедают, какие-то порхатые твари в тебя врезаются. Вот такие муравьи, вот такие вот. Ты идешь, она вот только палкой так, бэ-бэм, бэ-бэм, только вот такой шорох. И она мне начинает рассказывать флоры и фауны Филиппины. Свою налево. И мы приходим, значит, ночью вот в какую-то деревню. Она, значит, достает этот модем. Я такая смотрю на него, она говорит, вот. И такая, как сакральный свиток, инструкцию к нему. Я так ее открываю, она на полованском. Налево. То есть, ну, ты вообще ничего не понимаешь, даже елки-моталки. То есть интернет — это драма огромная, которая заставляла плакать просто вот кровавыми слезами. Поэтому очень просто находить подработки по ходу. Чисто на том, что ты красавец белокожий. И очень тяжело делать что-то постоянно. Потому что вот я помню, какая драма была Сереже фотографии там переслать на Inspire. Как мы влазили на пальму вот так вот просто. Такие, молились Богу, и все равно ничего не получалось. Вот. Что еще? Ну, конечно, просто так ехать глупо. Хочется что-то посмотреть интересное, да? Тут у нас выползает Activities. Ну, это эстрад такой. Ну, тот же самый Китай. Чего ж я так про Китай? Нормально. Там музеи безумно дорогие. Вот в среднем от 15-20 долларов и выше. А бесплатные все посвящены истории компартии. Причем самое смешное, мы один раз из интереса такие поперлись, все на китайском. Вот ни слова на английском. Вот захотел какой-то иностранный товарищ узнать что-нибудь о компартии Китая, без шансов. Можно сходить в мавзолей на бородавку Мао Цзэдуна посмотреть. Все, на этом бесплатные музеи заканчиваются. Все остальное очень дорого. То же самое там Ангкор-Ват там по 20 долларов. То есть 20 долларов это такая вот средняя гадкая стабильная такса на музеи. Но, как всегда, есть миллион способов. То есть мы все задаем вопрос, как попасть бесплатно. В Шаолинь мы прошли как сборная кунг-фу Украины. Вот просто вот с письмом, в комбинезонах. Маруся сказала, смотри, пацан, смотри. Все, открылись двери. Там, на терракотовую армию то же самое. То есть мы там стояли вот с такими вот глазами, как у Шрека. Такие письмо, такие тыц-тыц-тыц-тыц. Ну ладно. Там есть у них в Лояне огромный, значит, в скале высеченный Будда. Причем ему там 3000 лет, и действительно, ну не 3, ладно, я вру, ну очень-очень-очень древний. И ты думаешь, блин, ну как его можно было высечь? Какой-то поет, я с ума схожу просто. Ладно. Вот, и мы просто к охране подошли, сказали, братюня, ну давайте, ну пустите. То есть еще один наш знакомый эмоционально взял у деда, значит, удостоверение Компартии Украины.
И ходил как коммунист везде, вот, то есть вот так вот, то есть я коммунист, и пошел. И реально пускали. То есть на самом деле, если задуматься, миллион шансов попасть бесплатно во все эти музеи и еще куда-то. То есть мы умудрились пролезть бесплатно на бассейн Marina Bay Sands. Это вот огромный бассейн на крыше, вот, знаете, такой вот крыша-корабль. Вот туда мы пролезли, хотя нельзя вообще, там только жильцы отеля, которые платят по $1000, могут попасть. Любой какой-то природный там заповедник, еще что-то, это всегда 100%, даже если там забор, в заборе будет дыра. То есть мы так обходили тоже, да. То есть на музеи тратиться, ну, можно, в США очень интересно, во все музеи, в основном самые крутые, suggested price. То есть об этом почти никто не знает, но это, ну, вот называется рекомендованная цена. То есть ты приходишь, там, Метрополитен музей, например, и висит, цена за билет $25. Ты такой, блин, нет, не пойду, ушел. А это не цена, это как бы, это рекомендованная цена. То есть они тебе рекомендуют заплатить $25, но ты можешь заплатить 1 цент. И мы вот так вот по 1 центу уходили в самые крутые музеи, ну, доллары давали. То есть, если об этом просто знать, пожалуйста, это все легально, ты пришел в кассу, дал доллар, тебе дали билет, ну там, может, потом в тебя так иголку мысленно воткнули, но нет, все очень вежливо, никто не делает там страшные глаза, то есть. А в Европе есть такая же штука, или можно сделать себе айсик, показывать, ходить бесплатно, или можно сделать себе журналистское удостоверение, ходить бесплатно. По удостоверению можно еще проходить там аккредитацию как СМИ. Никто не будет проверять там ваши украинские СМИ, если вы хотите попасть там на фестиваль куда-нибудь там. В отеле можно ходить, мы так тоже, помню, очень браво хотели подняться на крышу одного отеля. Нас сперва не пустили, потом мы зашли еще раз, такие, мы СМИ, мы пишем о вас, кстати, ну, такие. Вот так, кому удалось, вам проходите, пожалуйста. Вот, то есть, миллион. Причем я хочу сказать, как только ты где-то, вот отсутствие денег, это вообще лучший мотиватор твоей креативности. Потому что ты вот одну ночь где-то поспал на лавке, все. На следующее утро у тебя открывается чакра, ты можешь написать книжку «123 способа найти в городе, где переночевать бесплатно». Или ты один день не поел, все, тут же, моментально. Я помню, мы разыгрывали квест, мы просто бегали в Италии по рынку и говорили, у нас квест, нам надо выменять скрепку на банан. Нам просто так говорили. Серьезно, то есть, вот эта вот фишка, у меня квест. Помните, вот кто играл в квест, надо там 10 телефонов девушек собрать. Все, кто стеснялся, все переставали стесняться, бежали, собирали там 10 телефонов. И вот как только ты кому-то показываешь, что ты во что-то играешь, он как бы может, международный квест, надо 3 банана выкрасть, все. И таких способов, ну как бы, честно, миллион и миллиард. Вот такая, кстати, весело играла с космонавтом вьетнамским. То есть автостоп – это еще способ познать вообще мир людей с такой необычной стороны. То есть мы знакомились с людьми, с которыми… Ну, я никогда в своей жизни вообще не познакомилась. В Казахстане мы ехали с работорговцем. Вот реально. Вот кто мог подумать, что у нас людьми торгуют? Нет, торгуют, прекрасно. Он так едет, рассказывает, говорит, ну, я таджиками приторговываю, $400 с мура. Такой простой вообще, как в двери, то есть как помидоры. Я говорю, ну, все, хотите? Я говорю, не, спасибо. То есть знакомились с безумно богатыми людьми. Знакомились с невероятно бедными, у которых там вот нас пускают в семью переночевать, а у них 14 детей. Мы такие, вот в Китае мы ночевали восьмером на одной кровати, под одним одеялом. То есть мы и вся семья спит. Я говорю, а что так? Они говорят, ну холодно, минус 30, у нас нет центрального отопления. Ну то есть какие-то, то есть ты видишь такие вот срезы населения, когда ты никогда, вот с космонавтом мы познакомились внезапно. С министром обороны, там, с какими-то монахами мы просились, ночевали в монастыре, с политическими деятелями, потому что мы ночевали в штабе оппозиции Индонезии. То есть я до сих пор какие-то эти их слова, они такие, да, Индонезия, говорю, да, братишки. То есть, и вот ты когда встречаешь таких людей, ну, причем у нас подружка была, которая была под 80. Вот могу я похвастаться, что у меня в Киеве есть подружка, которая под 80? Не могу. Там деды вот эти вьетнамские, все с фейсбуками, все меня подобавляли, я там смотрю какой-нибудь там Тхань Гуен, там лайкает его фотку, ну нормально. Вот эти все люди, они не говорят ни слова там по-русски, по-английски, по-украински, неважно, ты ни слова по-вьетнамски, то есть, может, ты два слова выучил, молодец. И вы с ними, ну, находите общий язык и что-то узнаете, и чем-то вас кормят, то есть вот нас только чем не кормили. Вот. У вьетнамцев есть салат популярный, называется салат с медузой. То есть они реально вот вылавливают медузу, рубят эту медузу, и получаются вот такие вот белые сопли у тебя в этом салате.
ну, очень невкусно, но деликатес. И вот почему-то все деликатесы, они очень страшные, мрачные. Я вот что только не сажала за это все время в Казахстане. Ну, я устала про это рассказывать, все дико всегда радуются, что меня накормили вот прямой кишкой коня. Конечка, деликатес. Вот. И из-за того, что ты ездишь постоянно, не, ну, в город большой заезжать часто накладно тем же автостопом, а ты прешь по деревням по каким-то, да? И постоянно у тебя, ну, какие-то, ну, такие открытия, которые ты никогда вот вообще себе не ожидал обнаружить, потому что я была потрясена тем, сколько людей вообще безграмотных, которые читать не умеют. Мы разговаривали с девочкой, я говорю, а когда, ну, говорю, а какая у тебя книжка любимая? Она говорит, а я ни одну не прочитала, а она моя сверстница. Я такая, ну как, ни одной? Я стою на нее, смотрю, у меня прямо аж чуть ли не слезы текут, говорю, там маленький принц, то, все, она такая, ни одной. Говорит, зато я умею там сбить кокос вот так вот. Я говорю, ну красавица. Вот. Или то, как люди до сих пор, вот меня поразило, я познакомилась с парнем, который ловил лобстеров. И у него вот эта ловля лобстеров, она ему приносила основной ключевой доход. И он мне рассказывает, так тяжело ловить лобстеров ночью, 12 ночи. Ты плывешь километр от берега, ныряешь на 10 метров, светишь фонариком в дырку, где живут лобстеры. Лобстера парализуют от фонарика. Ты его, значит, крюком подцепляешь, прикажешь к себе в сумку на бедренную и начинаешь быстро всплывать. Лобстер тут же приходит в себя, леомар начинает тебя клешнями там по бедру кинуть. Вообще лобстер хочет жить, лобстер все сразу понимает. Вот. И ты потом мне обратно километр плыву. Я слушаю вот это все душераздирающее, что ему так надо 10 раз за ночь спать. Говорю, чувак, а почему лодку не взять? Он так на меня смотрит, говорит, это гениально! И что? Он говорит, ну я так плавал, мой отец так плавал, мой дед так плавал, мой прадед так плавал. Весь наш род 300 лет так плавает. Я говорю, чувак, ты не поверишь, есть компания Virgin, говорю, они в космос летают. А они вот реально, и он даже, у него не было мысли, что можно как-то оптимизировать труд, что можно вообще по-другому, что уже там, я не знаю, 21 век. Нет. То есть, и вот это действительно поражает то, насколько вот огромное число людей, они живут в каменном веке, вот действительно. Вот эти Филиппины, я вспоминаю с нервной дрожью до сих пор, я там сидела, не было вообще ничего. Мы так мечтали купаться, вот это мы насмотрели всех этих картинок, райские пляжи, белый песок, водичка. Вот это все, оно тебя осточертевает на третий день, оно все одинаковое. Мы там были на нескольких островах, один в один, все идентично. Делать там нечего, я сидела, я просто писала дневник, и я покупала себе ручку, и ручку списывала за два дня, вот так, просто под ноль. То есть, я говорю, типа, как вы живете? Я говорю, как живем? Вот с утра встали, поплыли, поймали рыбу, сбили кокос, сделали сестру кокосовую какую-нибудь, там, рыбу зажарили. Вот так и живем. Детей сделали, 14 штук. Я тут еще поражен, поэтому и в то же время мы попадали там в Кремниевую долину, в офисы там Фейсбука, Инстаграма, Гугла, и нам показывали там прототипы виртуальной реальности, и ты понимаешь, что вот эта виртуальная реальность уже через 5-10 лет будет в каждом доме, как сейчас интернет, и ты смотришь на устройство их офисов, потому что у меня был очень мрачный опыт с Челябинском у нас с Марусей, когда мы приехали в Челябинск, и пошли смотреть, значит, на этот Челяба, вот этот завод, от металлурги, все черное. Понимаешь, как в сталкер, просто вот эти трубы, Советский Союз, такой момент. А я когда училась в КПИ, у нас на третьем курсе была практика на заводе. Я прихожу на завод, 2009 или 2010 год, я хожу, вот каждый день без 5-8 играют гимн Советского Союза. Все, вот выстрелили себе в голову. И мы там были, значит, были у бабки, которая танки собирала. У бабки огромная должность была, она такая, полковник настоящий, грушница, она такая, она смотрит, а что, откуда вы там будете? А мы прям вот в комбинезонах, а мы так все понятно, я говорю, ну из Украины, она такая, украинцы, я говорю, ну мы из Украины, украинцы, она говорит, какие украинцы, говорит, вас вообще не существует. Я такая, вот, то есть, и сидит человек, и она мне рассказывает, я, говорит, я в Харькове в 76 году, собирают танки, какие вообще украинцы, вас же нет, вы типа фикция, и я сижу, у меня просто вот так вот. И я вот так вяну, там вот эта труба дымит, я такая думаю, все, ну, гайки. И тут мы приезжаем в Силиконовую долину, заходим в офис Фейсбука, и там ты просто попадаешь, вот, 22 век. То есть социальная утопия какая-то воплощенная, все бесплатно,
люди там могут жить просто месяцами, не выходя из этого Фейсбука. Все продумано, это там спортзал, кафе, рестораны, музыкальная комната, бассейн. Играй, хочешь, играй в крикет, хочешь, гуляй с друзьями, хочешь, катайся на велосипеде. Вот так работа построена. То есть никто не сидит, не смотрит, что там Вася работает, Вася планы горят. Не, вот захотел, сделал, не захотел, пошел там, не знаю, кофе попил. Вот. И вот эта вот принципиальная разница подходов, она тоже поражает. Почему? Вот казалось бы, да, в одной стране, если у тебя есть идея, все, все сразу тебе, Вася, давай мы тебе грант дадим, давай то, давай все. Мы пришли с Марусей на кинофестиваль в Сан-Франциско. А перед кинофестивалем была панельная дискуссия, когда сидели там представитель Ютуба, представитель GoPro. И вот так вот сидит весь зал, тоже вопросы задает. Я встала, говорю, вот мы из кругосветки едем, хотим видео делать. Ну, там задала вопрос такой специальный. Только заканчивается вся вот эта штука, вот эта вся панель сбегает, бежит к нам, и каждый так визитку свою только тыц-тыц-тыц-тыц, говорит, давайте с вами сотрудничать. Я такая, оп. Говорю, да ладно. Они говорят, не, вы крутые, давайте. Подходит тетка, тоже говорит, а что у вас за комбинезоны? Я говорю, ну, пошили комбинезоны, это национальный флаг Украины, то да сё. Начинаю рассказывать тоже, вот точно так же визит был. Говорит, я из компании Chevron, это вот нефтяная огромная компания, очень богатая. Говорит, давайте мы вам спонсорство пробьем. Говорит, у нас денег много, мы их все равно сжигаем. Отлично вообще. Вот. И, ну, вот этот принцип, он обалденный, когда тебе стремятся помочь. Вот. И это главное, на самом деле, о чем надо помнить, что вы когда думаете, вот, как же мне это все удешевить? Вот. Вам хотят помочь. Потому что один факт вашего появления, я очень была рада, когда здесь столько рук поднялось, что многие были за рубежом. Но на самом деле, для большинства людей, на самом деле, все еще очень плохо. В Штатах 30% только имеет загранпаспорт. В России 82% никогда никуда не выезжало. Никогда. 82% никогда не было за пределами России. Вот. Поэтому людей, которые куда-то едут, прутся, их мало. И когда их видят, почему-то они всем очень нравятся, им все хотят помочь. Поэтому, когда вы будете думать о том, что с вами случится за границей, скорее всего, с вами все будет хорошо. Вот. Это то, что я хотела бы вам сказать от себя лично, вот. Что, возможно, вдохновит вас, поможет вам отправиться на свое путешествие. Спасибо. Если есть какие-то вопросы? У нас есть. Давайте сначала. Да. Буквально 10 хвилин на ваші питання. Я знаю, що питань дуже багато, але час у нас не дуже, тому, будь ласка, піднімаємо руку. У мене ще є два питання. Одне було ще залежати до того, як ставилося Бога, тобто сам тоді мотивація на зараз. Перше питання – це, а як ви їздили? Тому що Бога, тобто, на Inspire вас троє було, так? Чи двоє? Ні, нас було двоє, але к нам прилітала в Бангкок подруга і з нами два місяці теж їздила. Но мы, вот рекорд у меня был, 4 человека нас автостопило и брали. А совсем-совсем мой рекорд 5 человек тоже брали. Вот 5 человек стоит и их берут в одну машину. Вот. И второе питание, это вы уже говорили, что ваша третья країна відкривати візи. А в яких країнах? Это Казахстан, Туркменистан? Мы единственное, что делали в Украине, это визу Китая. И то я поняла, что это была ошибка, лучше бы мы в Казахстане делали. А так, да, мы просто ехали, вот мы приехали в Казахстан, Лаос получили на границе, в Лаосе сделали там Вьетнам, Таиланд, в Таиланде сделали Штаты, в Малайзии сделали Индонезию, в Индонезии сделали Филиппины, то есть мы вот так просто делали по соседству, очень легко. В 5 раз легче, чем если бы я это в Киеве все делала. Да, еще вопросы? А ви знали, коли ви десь перелазили там чи в якісь парки, через забори з правоохоронними органами, не було проблем? Ну, ми швидко бігали. Нас пытались поймати в Анкорваті, не поймали. Где нас ще пытались поймати? В основному нас було невинно, тобто ми проникали, як тінь така, вот, летяща на крилях ночі. Вот, по-моєму, тільки в Анкорваті ми швидко робили ноги і нас. Ну, даже, хорошо, представим на секунду, вас поймали, вы делаете лицо кирпичом. Говорит, моя твоя не понимает, у нас так все делают. Ну, дадите вы $2, короче, скажете, братишка, давай решим на месте, $2, все. Ну, не будет проблем. Ну, то есть, я не думаю. Если не раздраконить, если не вывесить этого охранника, не довести его там до какой-то белой горяшки, то, ну, вы прекрасный принц, вот,
серйозно, для многих. Ну, то, что вы пролезли, ну хорошо, ну скажите, я прекрасный студент, даете вот это письмо, которое вы написали. В общем, если у вас подвешенный язык, все решается, вообще все, да. Вот у Марусі дуже плохо, ми пішли, ми наврали гнусно. Вот, и через 2 недели Марусю не узнали, то есть вылезла. И не хотели там ломать ноги, вызывать вертолет МЧС, сажать в комнату, выкидывать замок. Ну, очень плохо. Как они еще могли? Но потом, вот время шло, они смотрели там на фотографии, смотрели, что вот Маруся там похорошела, там откормилась фруктами. И они стали поддерживать, и в итоге даже стали гордиться. У нее дедушка преподает там в нашем вузе, и он начал студентам своим рассказывать, что вот, у меня внучка. Там, и плохо могла ездить. А мои, к сожалению, ну, они так и не знают. То есть я сказала, я еду работать в Китае, они до сих пор думают, что я работала в Китае. А дальше я еду в Штаты, я скажу, я еду работать в Штаты. И, ну, вот, я надеюсь... Ну, я, так сказать, это очень плохо врать, но я знаю просто своих родителей, я знаю реакцию, которая будет, и я точно знаю, что им спокойнее, если они будут думать, что я работаю, чем... если я пишу и путешествую, потому что они не понимают, что... Ну, для меня это работа, на самом деле. Это не отдых, это не то, что я поехала развлекаться. Нет, я езжу, и я пишу об этом. И для меня это как бы во многом это смысл моей жизни, потому что это то, что я люблю делать, то, что у меня получается, а то, что мне сейчас деньги приносят. То есть для меня это работа, а они не понимают, что такое, ну, что вот это работа. Я им не объясню, ну, при всем моем желании. Пока я там не напишу книжку, не получу за нее Нобелевскую премию, никто мне, ну, поэтому... Грустно, так. Да. А, как упала на той бассейн на духу? Слушай, я вот на Инспарде написала огромную статью про это, расписала там 3 или 4 способа, как туда можно попасть. Можно это все прочитать. То есть мы очень туда хотели. И в принципе я знала, что это реально. Ну, то есть парень, у которого мы жили в Сингапуре, он сказал, что я сам там 3 раза туда разными путями проходил, это реально. И мы пришли, мы быстро очень по ситуации действовали. То есть Мы по сути прошли, вот стоит охрана, вот стоит главный вход, и вот есть черный вход. И шел просто какой-то стаф, он не закрыл за собой дверь, и мы прошли за ним вот просто под носом у охраны. То есть если бы охранник немножко голову повернул, он бы нас увидел, нас бы поймали. То есть это так, наведением было. Потом я насчитала уже, ну, уже там находясь, я поняла, можно было так, можно было эдак, и я про это написала статью, и можно ее прочитать. Вот. Да. Языковый барьер. Даже если вы хорошо говорите на английском, не факт, что вы попасть. Вот, очень правильно. Английский вообще не помогает за границей в основном, потому что, ну, если не брать англоязычные страны, если не брать Северную Европу, вот 80-90% не говорит по-английски вообще никак. В Китае 10 человек говорит по-английски. То есть я там рвала на себе волосы, меня никто вообще не понимал. В Китае очень смешно, ты идешь вот так по улице, видишь иностранца, вот так друг другу навстречу бежит, начинает и плакать, обниматься. Ну, не с кем поговорить, это сводит с ума. И, ну, в Китае мы выучили 10 иероглифов где-то, которые нам, вот с ними мы проехали весь Китай. А вообще учитесь показывать. Вот кто играл в показуху, вот, тот не пропадет нигде. Потому что ты реально, ты начинаешь показывать там обезьяну, себя изображаешь, там поесть, помыться, там поспать, все понимают. А английский, к сожалению, не работает. То есть фактически на жестах? На жестах, все на жестах, абсолютно. У нас было, мы едем, вот просто село вокруг меня стоит, дети, 40 человек. Я им показываю карту и начинаю вот так вот что-то показывать, дети хохочут, заливаются. То есть я им фотографии показываю, нас тут же там, я же говорю, нас все село хочет к себе взять. Ни слова не понимаю. То есть я им все вот это вот мимикой, жестами что-то я показываю, там слона показывал еще. Вот так. И со взрослыми так же самое. Английский неплохо работает. Я знаю, що коли там довго їздиш автостопом, тебе всі там приймають, ще щось, все дуже класно, але якийсь момент приходить таке відчуття, хочеться відпочити від цього, хочеться побачити якихось друзів, рідних, хочеться, може, трохи тої суєти, включити кнопочку і отримати чай. Залити, як з цим боротися? Очень тяжело, причому навіть вот з друзями не так, з друзями ти по скайпу можеш поговорити, там, в інтернеті списатися. Я безумно скучала по еде, то есть у меня вплоть до того, что у меня были вкусовые галлюцинации, мне борщ ночью снился, меня ломало, причем я вот в Азии ненавижу острую пищу, а там все вот с чили, и там у меня просто я ела, я плакала, у меня сгорели в итоге все рецепторы, то есть я сюда уже приехала, мне все вообще не перченое, не соленое, все безвкусно.
То есть я безумно скучала по еде. У меня были моменты, я иду, и мне прям вот запах вот так вот. Обозналась. Чего вообще? Было, когда мне какие-то места, вот я иду, смотрю дом, и мне дом что-то напоминает, там вот бабка такая. Очень тяжело было. Причем вот в Штатах тоже там очень многие люди переезжают работать, и там вот они на два кластера делятся, которые типа, йоу, я переехал, там все, забыл. И вторые, которые очень скучают, очень страдают, это такая целая вот страдающая диаспора, которая, ну, очень тяжело это все переносит. И я по себе и по своим друзьям, которые много ездят, заметила, вот где-то раз в полгода тебя накрывает серьезная депрессия. Потому что меня накрыла на Филиппинах, я вообще еще не хотела. То есть я лежала пластом, где я лежала. Вот. Швейки с рецептом? А нет, нет, это как вот, вот весна, потом осень, вот никакого нет рецепта, тебя все равно накроют. Останнє питання, дівчина. Okay. У мене є два питання. Перше питання, як ви заряджали свій електронний девайс? Тобто Китай, інші розетки, інша напруга. І друге питання то, про здоров'я, про шац, ці прививки і вода. Як ми підчепити концентрацію? Значить, як заряджали? Сама лучша штука, яка у вас може бути, покупайте за 5 рублів отакий от перехідник на прикурюватель в машині. То есть ты его в прикуриватель вставляешь? Вставляешь USB и заряжаешь. Вот это лучше всего, оно работает везде, у меня никогда ничего не садилось. Вот. Вообще розетки практически везде, ну в Штатах другой тип розетки, но не тащите с собой вот этот вот универсальный переходник на все розетки, потому что это вот здоровая дура, которая много весит, много места заряжает, она не нужна. Вы прилетите в страну, 5 рублей стоит этот переходник, купите, блин, и все. Вот. Если прививки мы никакие не делали, и я считаю, ну, можно сделать, хотите, делайте. Вреда не будет, главное, не пейте таблетки от малярии, потому что вот, вот эти все таблетки, типа вот пре-защита, она вам дико садит печень, то есть печень гробит верняк, а не факт, что вы ее поймаете, эту малярию, потому что мы ночевали в джунглях, мы ходили по джунглям, ничего не было. Я не могу сказать, что это гарантия. Гарантия, вы приезжаете в какое-то место и спрашиваете, есть ли здесь что-то. В Таиланде есть денге, например, комар. Ну, аллергия, не аллергия, это лихорадка денге, которая тебя комар укусит, и будешь ты валяться с дикой лихорадкой. Все местные знают. Ты одного человека спросишь, он тебе тут же скажет, куда нельзя ехать. Вот так, все, это лучший метод защиты. Спрашиваешь, где что плохо. С водой не пейте из-под крана, а так все, хорошо с ней. Ну, купил бутылку воды, выпил или прокипятил. Ну, из-под крана нет, не надо. Зубы чистить, по-моему, можно спокойно, не знаю. То есть некоторые боятся, я спокойно чистила зубы из-под крана, ничего не было. Но не пила. Вот. Подякуем, Ані, за чудовий вечір.